Итак, добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 1 сентября 2016 года. Это воскресенье. Значит, город Раковник. Время 10 часов с небольшим. Начало финальных матчей у юношей и девушек на турнире третьей категории ТЕ. Турнир называется Wilson Cup. Это город Раковник, теннисная база. Значит, на первом корте встречаются представитель Чехии Витек Хорак. Это юноша на разминке в красной толстовке и белых шортах. Юноша играет одноручным бэкхендом. А значит, соперник у него Раду Михай Папоя, Румыния. Значит, юноша играет с бэкхенда двумя руками и в темных шортах. Юноша встречается в финальном матче. Значит, у девушек на корте номер 3. В финале встречается София Чеклистова, Эстония. Она встречается против представительницы Британии. Это Эмма Радукана. Эмма Радукана. Еще раз напоминаем, что это турнир третьей категории ТЕ, Wilson Cup. Что можно? Юноши закончили разминку, и сейчас у них начинается матч. А что мы можем сказать по соперникам? Значит, Витека Хорака я не видел вчера в игре, не могу ничего сказать про игру данного спортсмена, но предположительно он выглядит более атлетичным. Более атлетичным, то есть он более крупный по сравнению со своим соперником, но каким образом будет происходить игра, мы посмотрим. А вот Михай Папо из Румынии, этого спортсмена я вчера немножко наблюдал. И, значит, в полуфинальном матче он в двух сетах обыграл представителя России Никиту Каширина. Ну, могу сказать сразу, что очень приятное впечатление произвел, значит, румынский спортсмен. И, значит, полагаю, что чешскому спортсмену сегодня будет достаточно тяжело. 0-0. Не проходит первая подача у чешского спортсмена. И двойная ошибка. Ну, могу сразу сказать, что если чешский спортсмен будет допускать такое количество брака, то шансов у него будет очень немного против румынского спортсмена. Отскок, в принципе, комбинацию чешский спортсмен разыграл, в общем-то, верно. Сел под лево румыну, потом переложил под право и с короткого мяча положил. Но нужно отметить, что кривой отскок. Но, тем не менее, по 15.
двойную ошибку дает чешский спортсмен. 15-30. А румынский спортсмен предыдущее очко ошибся чисто потому, что был кривой отскок. Корты далеко не идеальны. Это я вам могу сказать достаточно четко. Корты кривые. И это нужно поставить в вину организаторам. Абсолютно грамотно играет румынский спортсмен. Ничего лишнего, то, что нужно. По 30. Ошибка при выполнении удара с отскока. Держит. Очень хорошая игра румынского спортсмена. Он не поднимает мяч высоко над сеткой. Это вот очень здорово выглядит, потому что при таких достаточно средние физические кондиции, но тем не менее он умудряется играть технически безупречно. И вот просто чешского спортсмена он разрывает просто за счет того, что у него идет более плотная плосковатая игра на задней линии. Это та игра, которую румынский спортсмен продемонстрировал вчера в игре против Никиты Каширина. То есть он играл более плосковато, низко над сеткой и играл четко по месту. Ничего лишнего. Четко по месту, используя... В общем-то, очень приличную технику, клал мячи по месту, и Никита не смог вчера, выдержать игру румынского спортсмена. Достаточно закономерный результат первого гейма. В принципе, я изначально считаю, что вот еще до матча вы, наверное, поняли, друзья, что чешскому спортсмену будет очень трудно сегодня. Ну, заступ румынского спортсмена, четко по месту. И в задней игре, в задней линии он переигрывает чешского спортсмена. Ну, у румына заступ. Судья не судит. Ну, будем считать, что это такая вот особенность. Четко у румына идет. Он встает при выполнении подачи, встает на заднюю линию. Ну, может быть, встает немного, но встает. Ну, в общем, это, в принципе, надо судить, но не судит. Вот сейчас уже четко. Молодец. Хорошая техника румынского спортсмена. На недоходе просто выходит. Аут фиксирует судья, но, в общем, по 15. Если аут и был, то совсем небольшой. Ну и на земле видны следы, поэтому как бы все очевидно. 1-0 румынский спортсмен в первом сете ведет по 15. Приличная подача. И дальше начинает спокойно играть. Снимает скорость, никуда не торопится. Спокойно. Очень играет хорошо в темп. Хорошо в темп, торопится. 15-30. Зря торопится. Но чешский спортсмен использует сейчас свое преимущество в атлетизме. Играет, в общем-то, правильно. Немножко подсел физически румынский спортсмен. Но вторая безупречна. Не торопится. Да. 15-40.
15-40. Атлетизм начинает сказываться. Справляется с волнением чешский спортсмен Витек Хорак. Витек Хорак. Не проходит уже первый мяч у румына. На второй подаче мяч цепляет линию. Вторая бедупречная. В линию попадает румын. Четко кладет куда надо. Прямая. Работает чех. Работает чех. Судья почему-то не фиксирует аут. Перекладывает, заставляет работать чешского спортсмена. Торопится, торопится. Хорошо работает чешский спортсмен по одному в первом сете. Ну что ж, нашла коса на камень. Пока что не оправдываются мои. Не оправдываются пока что мои предсказания. Чешский спортсмен возвращает, делает обратный брейк по одному и подает. Подсел немножко, грубая ошибка чешского спортсмена. Значит, что хочется сказать сразу, видимо, когда подает румын, он достаточно много усилий тратит на подачу, и дальше ему тяжеловато с розыгрышем, а сейчас вот как-то уже получше на приеме. Ошибается, четче надо класть мяч по месту. По 15 на подаче чеха. По 15 на подаче чеха. Резаным ударом. Четко по месту играет румын, ему не надо торопиться. Ошибается чешский спортсмен, правильно, в принципе, все играет. Надо в этой точке пробивать, но немножко не хватает, ошибается. 15-30. Румын очень хорошо читает игру. Нужно справиться с волнением, класть по месту, и все будет нормально. Косой короткий, безупречный. Горку выбрасывает, никуда не торопится. Резаный удар. Четко, четко играет румын, вот так. Четко понимает. 15-40, двойной брейкпоинт у чеха. Не проходит силовая игра, двигается не очень хорошо. Румын молодец. Немножко ошибается, надо держать все-таки мяч в площадке, но вот так вот как есть. А в матче девушек не могу сказать, что там происходит, но что-то происходит. Не проходит первый мяч у чеха. И вот посмотрим, как будет обрабатывать. Очень хорошо румын играет в темп. Никуда не торопится, держит мяч. Ошибается чешский спортсмен. Не играется этот мяч, потому что румын очень хорошо играет в темп. Очень хорошо играет в темп. Он отвечает быстро. Он не дает мячу подняться, он играет сразу по восходящему и создает тем самым такое мощное давление на соперника. Это то, что поставило в затруднение вчера Никиту Каширина, который не справился с теннисом румынского спортсмена.
Вот что значит техника. Вот что значит техника и правильно обученный спортсмен. Даже преимущество в атлетизме, в росте, в мышечной массе и, в общем-то, не дает возможности противостоять ему. Продолжаю. Продолжаю ставить на румынского спортсмена. Может быть, это не совсем корректно, но вот симпатии мои на его стороне. Хотя, наверное, нужно быть каким-то непредвзятым. Итак, 2-1. Снова сделал брейк румынский спортсмен. 2-1. И он ведет в первом сете, подает. Справится ли он с волнением? Ему нужно вкручивать вторую и спокойно играть дальше. Так. Спокойно, по месту, грамотно. Румын никуда не торопится. Спокойно. Не справляется румын со скоростью. Когда ему играет в сторону, он доходит до мяча четко. Как только ему сыграли в тело, он допустил ошибку. Ну, в общем, вынужденную ошибку. Не проходит первый мяч. Вот начинает сказываться, да, технически. Ошибается со второго мяча. Да, это слабое такое звено. Слабое звено в игре Михая. Раду Михай Попо из Румынии. 0.30 на его подаче. Не хватает немножко атлетизма при выполнении подачи. Сразу же нарывается на такую мощную силовую игру чешского спортсмена. Ну, в общем-то, единственное, что... Да. Единственное, что не нравится, ну, как бы, скажем так, не очень симпатично, это как хорошо играет румынский спортсмен, как четко раскладывает, не поднимая мяч, создает скорость. Вот это грамотно разыгранное очко. Но смею вас, друзья, уверить, что если румынскому спортсмену удастся взять свою подачу или хотя бы держать ее, то шансы на то, что он окажется сильнее в данном матче, они возрастают. Он уже по прямой проходил первый мяч, не прошел. Вторая безупречна. Не надо торопиться. Не надо торопиться, Рома. Начинает ругаться. Ну, бывает. Начинает ругаться. Пятнадцать сорок. Ну, в общем-то, закономерно развивается этот матч. Вот второй мяч, как он сыграет. И не торопится. Как четко кладет румын. И вот кривизна кортов. Вот уже чешский спортсмен не справляется, потому что отскок просто безобразно кривой. Безобразно кривой отскок на этих кортах. Финал третьей категории ТЕ. Корт номер один. И такое безобразное покрытие. Ну, хочется сказать еще хорошо, что хоть судей поставили. Уже вчерашние полуфинальные матчи, они были даже без судей. Четко, четко румын кладет. Молодец. Выкидывает горку. Хорошая атака чешского спортсмена. И по двум в первом сете. Закончим пока что файл. Перейдем на